Приветствую вас на канале Мусалим. Сегодня в работу заехал Mercedes-Benz CLK. Все разобрано. Так все выглядит. Шум по минимуму. На арках нет ничего. Их обязательно нужно проклеить. Так же как и пол. Тоже шумки нет. На полу та же самая ситуация. Здесь есть шумка на центральном тоннеле. Есть ли это? Вот под задним сиденьем чуть-чуть. На арках заводская шумка представляет собой вот такой вот коврик. Наверное, я думаю, что он не очень хорошо защищает от вибраций и от внешних шумов. Здесь крыльях не очень хорошо видно, но там нет ничего. Все пусто. Сейчас все обезжирим и приступим к поклейке материала.